аура свет освещает полностью нашу комнату. Если бы этот отель был в Украине, его бы назвали «Голубая фантазия» или там «Лагуна у моря» или «В гостях у Валентины». И сегодня едем в Тайгер Кейв, пещера тигра. Бытует мнение, что когда-то в ней жил тигр. Другая легенда о том, что ее основал монах. Он пошел в пещеру и начал медитировать. Ему привиделось, как там тигр начал бегать по пещере. Там медитировался. Там еще где-то в пещере есть лапы тигра или рисунки тигра. Не знаю, посмотрим. Дорога здесь к храму невероятно красивая. Вообще дороги здесь на Краби. Да и просто выйти на Краби из Ляонанга особенно. Очень красивые эти горы. Напоминает просто стену зеленую такую, огромную. Ха. Ну вот наша дорога начинается. Uphill view. 1237 ступеней. Ух, будет весело. Че, тигра, давай. Встретимся наверху. Пещера тут такая. Вниз можно уйти, да? Низко. Там заблокирован вход. Короче, так себе. Мы решили не идти сейчас вверх, а исследовать еще эту территорию, потому что потом нам ничего не захочется после такого подъема. Это все почести в виде фруктов. Это богиня. Не знаю, кто она. Ты знаешь, кто это? Тут чуть дальше от фонтана еще есть одна лестница, написано Wonderland, то есть сказка. Чудесный мир, пойдем посмотрим. Тут какой-то сад там, наверное. Тут я устал, пошли домой. Воу. Сплошные джунгли. Класс, тут так спокойно. Этот шелест листвы. Огромные скалы и огромные такие штиревья. Они дотягиваются до конца этих скал. И пещеры там даже есть. Я бы туда да не ходил, но надо ли. Раз живем, если на меня эта скала упадет, это я буду самым везучим человеком на свете, потому что она давно тут висит. Кажется, или там монахи живут. Вот его роба, а вот как-то лестница к нему. Да, по-моему, тут живут монахи и совершают свою медитацию. Чтобы их никто не беспокоил, они аж сюда забрались. Домики такие. Смотрите, какая у них крыша. От дождя. Люда до сих пор там стоит, боится пройти через ту скалу. Монахи-то не боятся. Это их не алтарь. Нарисовали дерево. Будда сидит здесь. Смотрите, даже черепаха пришла. На служение к Будде медитирует здесь. Какая она большая. Такое чувство, что там скелет монаха. Вряд ли они просто так какой-то скелет поставили, этот левый. Да, немного жидковатое место. Сверчки создают чувство. О, смотри, дом какой. Прям в джунглях. Какие-то лианы такие свисают над ним. Ты не хотела бы тут жить? Mm-mm. Не? Интернета нет, наверное. Интересно количество населения здесь, монахов. Домов достаточно. Но где-то их нету сейчас. Это ихняя провизия? Или что это? По-моему, вот она, пещера тигра это. Где монах сюда зашел и от внешнего мира отказался и начал познавать всю суть буддизма, медитировать, чтобы прийти к той истине, которую познал Будда. Ну, примерно так у него все выглядело. И якобы здесь, возможно, жил когда-то тигр. Вау, блин, я бы сам тут закрылся, если честно. Очень красиво. Круто, что здесь мы сами. Мы одни. Нет, ни туристов, никого. А, так хорошо, без туристов. Более в
Смотрите, какой паук, Арон. Люда бы не смогла тут медитировать. Говорит, все, слова, пошли отсюда. Какой столб, как будто стрела. Как бы мы ни оттягивали, пришло время подниматься на 1237 ступеней. Вот это так ступеньки, блин. Это нестандартно. Вообще нестандартно. Веселые обезьянки будут нас сопровождать время тренировки. Вот обезьяны украли воду и покусал, и теперь пьет ее. Что-то я так понял, что ни разу не гладил обезьяну. Ага, нельзя ходить. Это его жена. Понял, понял. Теперь я понял, почему так долго подниматься надо. Потому что постоянно играешь с обезьянкой, они такие смешные. Особенно наблюдать за ними. Смотрите на это, мать. Сколько их сидит там. Перекус мы с 7-Eleven и с таким прекрасным видом. Мусорники прикольные. Тут отверстие, чтобы сюда бросать тару. А это чтобы обезьяны не залезли сюда и не вытаскали все оттуда. Оказывается, тут написано количество ступеней, которые мы уже пришли. Ровно половину. Еще половину колена. Я уже хочу умереть. Весь мокрый. Мне тело жарко. Там надпись внизу «Just keep walking». Просто продолжай путь. Зато потом будет забавно идти вниз и наблюдать такие лица. Смешной алтарь с тигром. Сидит монах. Смотрит на такой вид. Давай. Люда его тут фоткала, он так сидел, подумал, надо показать все, что он имеет. Достал свое богатство, реально взял так руками, достал его, и Люда его начала фоткать. Так, мы на пути к египетским пирамидам. На карачках лезем наверх. Ура, уже 1028. Чуть-чуть. Последняя лестница вверх. Надеюсь. Ого. Да, тут ветерок. Thank you.
месте висит поздравительное табло. В общем, 600 метров этот путь длился. 1260 ступеней. Идем назад. Сейчас будем наблюдать за людьми, на их физиономии. В некоторых ступеньках тоже испытание назад сойти. Очень крутой спуск. Если ногу поставить под определенным углом, она начинает трястись. Какие звуки они смешные издают. Общаются. У них сейчас конференция. Ой, это они так на собак реагировали. Все очень тщательно смотрят на собак. Sick and tired of the 9-to-5 in the city light. Hey, darling. Ура, оно открыто под Noodle Aunan. Ого, full house. Все забито. Мы смотрим зимние фотки. Сидя при 34 градусной жаре. Обдувает нас что-то, да, вентилятор. Пьем ананасовый сок. Решил я что-то новое попробовать. И здесь заказал какую-то яичную бомбу. Вот, она с рисом и с какой-то подливой. Выглядит вроде как аппетитно. Вроде такая контора на берегу прямо. Куча людей подходит, узнает. Куча плохих отзывов. В плане совмещение нескольких островов и посещение их сразу. Ну, сейчас днем на пляже. Песок такой тверденький. И там, если забегать, то тверденький. Ежей много было. Мы сейчас уже думаем, какой новый пляж хороший поискать. Поселились возле Аунанга, а тут делать нечего. Вода вообще не чистая. Заход в море слишком плавный. Вон аж там люди стоят. Мелко. На пляже Аунанга вообще делать нечего. Надо ехать на рейле или куда-то. Потому что шел минут 10, наверное, в море. Зашел в пояс. И по пути боялся наткнуться на какого-то ежа. Вода очень мутная. Удовольствия никакого. Единственное, что это виды. Виды здесь красивые очень. Люди какое-то чудо нашло. Там краб. Там краб? Это не весь кусня. Ого, тут крабик спрятался в какую-то... Что это? Рабочка. В какую-то ракушку спрятался. А сверху эта штука, она еще закрывается сама и открывается. А вот детеныш какой-то, там тоже он открывается и закрывается. Достал клешню, давай, хватай. Ох ты, силач! Краб в ракушке держит другого краба в ракушке. Такая вот конструкция у нас получилась. Крутая качеля есть, но ребята улеглись прямо возле качели. Зачем, не знаю. Красивый вид открывается. О, да, вот это класс. Давай я тебя катну. О, нет. Держись. Славик, сильно. Держись. Славик. Слава, пожалуйста. Все. Я ж боком. Thank you.
по-моему, там и заканчивается пляж Аунанг. Дальше можно только на лодке, либо на каяке. Там я видел, можно арендовать. Закаты здесь просто вау. Сегодня опять мы встречаем закат на Аунанге. Думаю, не последний раз. Запускают змея. Сюда Паттайя по 80 бат. Такое уличное еде. Тут можно еще себе приправы и добавлять сколько хочешь, чего хочешь. Нам приготовили, отдали, мы все насыпали. А деньги с нас не хотят брать. Ничего не говорят. Сейчас сами будем предлагать деньги. Уговорили их взять деньги. Не хотели долго. Давай мне. Паттайя — это просто нереально его испортить. Можете брать в любом месте. Он очень вкусный. Особенно мне нравится, что он на банановом листе. Ой, весело будет выезжать, чувствую. Ой, весело.